Меня зовут Пью Иван Александрович, я родился в 1984 году, я актер. Окончил Саратовский театральный институт в 2007 году, курс Риммы Ивановны Беляковой. Родился я в Саратовской области, в маленьком городе, который называется Энгельс. Да, в кино снимался, конечно. Я когда учился на втором курсе еще в Саратове, к нам приезжали с Ленфильма, нужны были провинциальные лица. И снимали их, потому что фильм о Великой Отечественной войне «Летчики». Вот, это режиссер Рогожкин Александр. И меня, и моего однокурсника утвердили. Не выходи из комнаты, считай, что тебя продуло. Что интересен на свете стены или стула? Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером? Таким же, каким ты и был, тем более изувеченным. О, не выходи из комнаты, танцуй, поймав босанову, в пальто на голое тело, в туфлях на босу ногу, в прихожей пахнет капустой и мазью лыжной. Ты написал много букв, еще одна будет лишней. Игра с бугра это называется. Нет, то есть я не загоняю себя в какие-то рамки. Интересно то, что происходит сейчас, в данный момент. То, что в будущем, будет в будущем, то есть действуем по ситуации. Вот это азарт этого поиска, типа, что я хочу, что для меня главное, а что для меня главное здесь, что для меня главное там в этой сцене. То есть нет какого-то конкретного приоритета у какой-то роли. Уже сидишь, она говорит, и в конце 2,5 часа прошло, она выводит на то, с чего все начиналось, и такая говорит, вот, и вот так, и так, все. И такой сидишь прям, ага, да, все, спасибо, пошел домой, с мастерства. Ну, все, спасибо.